Что такое грипп, наверное, знает каждый человек. Это заболевание приходит к нам каждую зиму, мигрируя с юга на север. Мутация вируса гриппа происходит так быстро, что уже спустя год появляется новый вид, и нашей иммунной системе приходится заново учиться справляться с ним. Рядовая эпидемия гриппа может унести жизнь нескольких сотен человек. А ее жертвами, как правило, становятся люди с ослабленным иммунитетом, дети, пожилые и те, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями. Но в истории человечества случались и более масштабные эпидемии. Афинская чума, обрушившаяся на древние Афины, Греция, в 430-426 годах до нашей эры, на втором году Пелопоннесской войны. В итоге более смертоносной оказалась не война между Афинами и Спартой, а эпидемия чумы, унесшая жизни, по некоторым оценкам, около 100 тысяч афинян. Первой же в мире зарегистрированной пандемией является Юстинианова чума. Вспышка этой пандемии началась в Египте, в дельте Нила, и приплыла в Константинополь на кораблях с пшеницей. Переносчиками же, как всегда, были блохи и крысы. Тогда чума свирепствовала в Европе два века, с 541 по 750 годы нашей эры, и унесла жизни до 90 миллионов человек. В Северной Африке, Центральной Азии и Аравии людей умерло вдвое больше. В 4 веке эпидемия черной оспы прокатилась по Китаю, в 6 веке докатилась до Кореи, а уже в 737 году от черной оспы погибло почти 30% населения Японии. Второе пришествие чумы миру случилось уже в средние века. Эпидемия началась в Китае, затем перебралась в Индию, прошлась по всей Азии, Северной Африке, бесчинствовала в Европе и даже добралась до Гренландии. Эта эпидемия чумы унесла жизни половины населения Италии. Жертвой чумы стал каждый девятый житель Лондона. Умерло более миллиона человек в Германии. А в 1386 году в российском Смоленске в живых осталось только 5 человек. Всего чума унесла жизни более половины населения нашей планеты. Но самой массовой пандемией гриппа в истории человечества, наверное, была эпидемия испанки. В период с 1918 по 1919 годы умерло около 100 миллионов человек. А переболели испанкой около 50% населения планеты. Пандемия азиатского гриппа вспыхнула в Китае в 1957-1958 годах и была вызвана новым вирусом, который стал своеобразной смесью нескольких вирусов птичьего гриппа. Быстрое распространение этой инфекции привело к гибели более миллиона человек только в странах Азии и США. Пандемия свиного гриппа разразилась в 2009-2010 годах. Этот вирус группы А, подтипа H1N1, охватил всю планету и унес жизни более 600 тысяч человек. В 2013-2015 годах в странах Западной Африки вспыхнула лихорадка Эбола. Этот вирус невероятно заразен. Уровень смертности при лихорадке достигает 90%. Эпидемиологи западноафриканских стран оказались не готовы к новой инфекции. И лишь только благодаря усилиям мирового сообщества удалось остановить эпидемию. И вот в декабре 2019 года мир узнал о новой коронавирусной эпидемии, получившей название COVID-19. Этот новый коронавирус, так же как и эпидемия черной оспы в 6 веке, и средневековая чума, родом из Китая. Новая болезнь, так же как и все предыдущие заразы, уже успела распространиться по всему миру и спровоцировать совершенно беспрецедентную реакцию государств. Многие страны закрывают границы и рекомендуют своим гражданам без особой надобности не выходить из дома. Люди же, руководствуясь соображениями практичности, запасаются продуктами и товарами первой необходимости, которые, как они считают, могут пригодиться им в режиме изоляции. В Китае возникают многие вирусные эпидемии. Оспы в 4 веке, чумы в средние века. В
птичьего гриппа в 1997 году, атипичной пневмонии в 2003 году. Возбудителем же нового респираторного синдрома является коронавирус, семейство вирусов, которые поражают человека, животных и птиц. Этот вирус вызывает нарушение функций дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервной системы, в результате чего у человека развивается опасная для жизни пневмония. Вот он, коронавирус. У него нет собственных клеток, и поэтому он как бы находится в пограничном состоянии жизни и смерти. Другими словами, он не живой, не мертвый. Все, что нужно любому вирусу, это размножение. И для этого он, как истинный паразит, использует чужие клетки. Как только вирус попадает в клетку, он тут же получает доступ ко всем ее функциям. Эпидемиологи говорят, что распознать вирусы нетрудно. Все вирусы похожи друг на друга. У них у всех есть что-то вроде шипов или присосок по краям. Вот этими-то шипами вирусы и взламывают наши клетки, чтобы проникнуть в них, потому как размножаться они могут только в клетках. Этот же новый вирус не такой, как все. Он проникает в легкие, заполняя жидкостью альвеолы. Это такие маленькие пузырьки в легких, через которые, собственно, мы дышим. И вот когда эти альвеолы заполняются жидкостью, человек задыхается. Эпидемия началась на рынке в городе Ухань, китайской провинции Хубэй. Собственно говоря, в этом нет ничего удивительного, учитывая то, что китайцы много чего едят, в том числе и летучих мышей, у которых, по некоторой информации, данный вирус и был выявлен. Вполне себе возможно, что на рынке в Ухане могла оказаться зараженная летучая мышь или животное, которое было укушено заразной летучей мышью. Далее это животное могло укусить или поцарапать китайца, работающего на рынке, или продавца. Так вирус, собственно, и мог попасть в организм человека. Ну а поскольку китайцы живут большими семьями и плотность населения в Китае велика, то вирус стал быстро распространяться по городу. Скорее всего, как водится, власти Уханя, а затем и китайское правительство какое-то время пытались удержать это в секрете. И если это так, то следуя логике, можно предположить, что вирус появился не в декабре, а гораздо раньше. А вот когда стали заболевать граждане других стран, ситуация вышла из-под контроля, и китайские власти стали принимать более решительные меры. Но не все согласны с земным происхождением коронавируса. Есть ученые, которые выдвигают космическое происхождение COVID-19. Так, например, профессор Букингемского центра астробиологии Чандра Викрамасингх утверждает, что якобы метеор, взорвавшийся в октябре над Китаем, высвободил вирусные частицы. Оказавшись в верхних слоях атмосферы, вирус либо упал на Землю, либо попал в стратосферные воздушные потоки, которые циркулируют вокруг Земли, и распространился по всему миру, заявил Викрамасингх агентству Daily Mail. Здесь надо отметить, что астробиолог является сторонником панспермии, теории, согласно которой жизнь распространяется по Вселенной с помощью метеоритов, комет и космической пыли. Но эксперты по инфекционным заболеваниям опровергают утверждение профессора Викрамасингха. Они считают, что COVID-19 похож на другие коронавирусы, а это, объясняют они, заставляет предполагать, что он был передан человеку животным. Еще один ученый, но уже из Сербии, являющийся основателем геоцентрической электромагнитной метеорологии Милан Стиванчевич, увидел корреляцию между слабым ультрафиолетовым излучением и возникновением масштабных инфекционных эпидемий. Милан Стиванчевич говорит, что ультрафиолетовое излучение Солнца в момент распространения коронавируса было еще слабее, чем в период распространения свиного гриппа H1N1. Тогда, в 2009 году, уровень ультрафиолетового излучения Солнца составлял 8 единиц, а в 2019, в момент распространения COVID-19, всего 5 единиц. Недостаток ультрафиолетового излучения, или другими словами, естественной дезинфекции атмосферы, и обуславливается беспрепятственным распространением вирусов.
Ультрафиолетовое излучение – это природное явление, которое, собственно, и делает возможным существование жизни на Земле. Сильное же ультрафиолетовое излучение опасно для здоровья людей. Но природа все предусмотрела. Когда на Солнце растет активность, то на Земле усиливается облачность. А поскольку облака формируются соединениями водорода и кислорода, то уровень ультрафиолетового излучения снижается. Исследования показывают, что пандемии могут возникать только между двумя циклами активности небесного светила, когда активность Солнца минимальна. Другими словами, во время, когда уровень ультрафиолетового излучения в зимний период самый низкий, эпидемии возникают только в начале и конце солнечного цикла, а слабее всего вирусы в период максимальной активности Солнца. Но для дезинфекции атмосферы большую роль играет и угол падения ультрафиолетового и рентгеновского излучений, поскольку от него зависит уровень излучения на единицу площади в течение дня, говорит Милан Стиванчевич. За последние десятилетия мы привыкли к комфортным условиям, но мало кто задумывается о том, что относительная стабильность в потребительском обществе всего лишь иллюзия. Вот поэтому-то некоторые люди и совершают фанатичные набеги на магазины, оставляя после себя пустые полки. Но оправдано ли это? Конечно же нет. Ведь с нами случается то, чего мы боимся. Страх подстегивает сам себя. И для некоторых людей обычный поход в магазин становится битвой за выживание. А депрессивное состояние ослабляет иммунитет, что, собственно, и повышает риск подхватить настоящий вирус. Врачи просят всех нас самоизолироваться, дабы снизить нагрузки на больницы во время наступающей пандемии. И если вы здоровы, то именно этим вы очень поможете в борьбе с новым вирусом. Не стоит надеяться на авось. Не относитесь халатно к распространению массового заболевания и особенно к своему здоровью, ведь заболеть может каждый. Не стоит преуменьшать значение происходящего, равно как не стоит и паниковать, ведь оба этих действия не только не решают проблемы, но и наоборот, могут усугубить ситуацию, сделать только хуже. В это непростое время необходимо сохранять спокойствие и здравый рассудок. Ну а пока ученые ищут вакцину против COVID-19, мы должны соблюдать простые правила собственной безопасности и гигиены. Мыть руки с мылом, желательно антибактериальным. В общественных местах по возможности пользоваться антибактериальными влажными салфетками. Соблюдать дистанцию в очереди и других общественных местах от 1.5 до 2 метров друг от друга. Ну и самое главное, без особой надобности не выходить из дома. Что же, дорогие друзья, на сегодня все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Если видео понравилось, то поделитесь с друзьями. Кто еще не подписался на наш канал, подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о наших новых выпусках. В эти непростые дни поберегите себя и своих близких.